Ребятушки, сегодня у нас на обзоре вот такая вот вешалочка. Буду вот такую вешалку я собирать. Вот так выглядит коробка, как вы видите. Вот как собирается. Значит, стоимость. Вот такая вешалка должна получиться на колесиках. Стоимость данной вешалки 307 гривен. Сейчас покажу. 307 гривен, ребят, стоит она. Так, ребят, давайте открываем коробку. Она, честно говоря, сама вот так вот пришла приоткрытая. Вот. И сейчас будем смотреть, что у нас здесь внутри имеется. Распаковка, погнали. Так, вот такая штучка пластмассовая, раз. Вот такая штучка пластмассовая, два. Вот такие две штучки пластмассовые. Колесики. Если вам на чемодан не хватало, а вы хотели срочно уехать в Турцию, тут этих колесиков, мама, не горюй. Так, дальше. Вот такие всякие треугольнички. Вот такие пимпочки. Еще одна пимпочка. Еще один какой-то треугольничек. И welcome to the party. Трубы вот такие, ребят. Все, погнали собирать. Лего конструктор. Так, вот, кого интересует, здесь есть краткая инструкция. Значит, содержимое, что здесь есть, да? И как собрать. 30 килограмм данная вешалка должна выдерживать. Ну, то есть, это не турник, подтягиваться на ней не надо. Вот. Интересно, эта вешалочка примерно такая должна получиться, как в отелях, да, ребят? Давайте, welcome to the party, давайте начнем собирать ее. Ваши ставки сразу на паузу ставьте, за сколько я соберу ее. Будем собирать на время, по секундомеру. Так, ну что, ребятки, полетели, погналась. Так, сразу быстро смотрим. Ага, штучка раз, штучка два. Трубочка плоская, наверное, вот это у нас должно стоять плоская кверху, ножками книзу. Вот это у нас должны тут колесики, я так понимаю, засовываться. Вот так вот раз колесико. Вот так вот два. Вот так вот, видите, надеюсь, вам видно. Вот так вот. Раз колесико. Какие-то как шестигранниками. Три. Чтобы не сломать его. Так, это мы сделали с вами. Дальше. Трубочки, бобочки. Между этим должно быть тут. Левое, правое. Какие трубочки должны быть? Каких-то четыре. У нас как получается? У нас тут все типа... Ага. Вот раз. Черные есть. Есть металлические. Одна в одной. Видите, они лежат. Есть черная маленькая. Одна. Это куда-то же она идет. Не. Черные маленькие две. Так. Мы складываем. Четыре одинаковых. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Вот эти, наверное, у нас сюда идут. Да. Раз. Черные. Надеюсь, там вообще памяти хватает. Так, это мы сделали. Дальше у нас идут вот эти штуки кверху этими пимтиками. Что-то не то тут, ребятки. А, о, тут какие такие, как зажимы накручиваются, видите, ребят? Это у нас относится сюда. Сразу накручиваем, чтобы мы были в курсе. Есть такое дело. Так, теперь у нас треугольнички, которые смотрят вот сюда. Так, это не влазит. Это влазит. Влазит. И сюда же должна влазить другая. Вот так. Сюда же должна смотреть. Вот так раз. Вот так.
два раз собрали. Вторую также вот так раз. Так, собираем одну сюда, одну сюда. Вот так вот пинтики эти торчат у нас. Вот. И вот эти сюда. Вот такие у нас заготовки. Ребят, горите, там палец не закончился на телефоне. Так, это у нас есть две штуки. Теперь у нас эти две штуки сюда должны вставляться. Раз. Два. Три. Четыре. Все, и осталось верхнюю вставить. Так, что там по памяти, ребят? Память есть, мы пишем! Так, теперь вот эти сюда, раз. Вставляем. Эти вовнутрь идут, вот так, раз. Тут у нас регулируется высота. Два. Скоростная сборка. Фу. Китайцы в шоке вы были. А мне на китайский завод надо, да, ребят? Сборщикам. Раз. Все, ребят. Мы собрали. Вот тут только подтягиваем теперь высоту. Выбираем. И готово. Ставим лайки. Сейчас покажу вам. О. Видали? Все четко. Ребятки, вот такая вешалочка, видите? Четко, я считаю. Ну что, ребятки, вот так вот выглядит, видите, вешалка. Можно повесить реально кучу вещей на нее. И на колесиках. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка? Страховка. Залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.